5 июня после ограничений, длившихся более полугода, свои двери вновь распахнул Даугавпилсский художественный краеведческий музей. В честь этой долгожданной встречи с посетителями 7 июня для осмотра открылась персональная выставка крупноформатных работ художника Мариса Чачки «Очные диалоги». Выставка была оборудована еще в апреле и все это время терпеливо ждала, когда же наконец состоится встреча с ценителями искусства. Она знаменует воссоединение или первую возможность в этом году возобновить реальное посещение музеев и выставочных площадок и позволяет персонально познакомиться с новейшими работами художника Мариса Чачки, вступив в своеобразный непрерывный диалог с автором, собой и миром. Каждому автору важно, чтобы то, что сотворено, чтобы это было доступно зрителю. И этот проект «Очные диалоги» характерно показывает и продолжает жизнь диалога как формы коммуникации, что заочно созданный диалог уже в выставочном зале, он продолжает жизнь очно, с посетителями, которые приходят, наблюдают созданные композиции. Кто-то видит цвет, и этот диалог чувствуется или начинается через именно тот цвет, который ему интересен. Кто-то увидит форму, кто-то увидит образ. Что не характерно абстрактным работам. Выставка в Даугавпилсском краеведческом художественном музее будет работать лишь 3 недели, до 27 июня. Но ее тематическое продолжение ожидается в феврале следующего года, когда работы Мариса Чачки будут экспонироваться в столичном выставочном зале Ригас Макса Стелпа. Подтверждая акцентированную на выставке идею необходимости и важности живого общения, коллектив музея искренне радуется возможности вновь принимать гостей и уверен, что особая творческая атмосфера, которая вновь царит в выставочных залах, поможет и в дальнейшем плодотворно работать как до, так и после запланированной реновации, в результате которые уже через пару лет помещения, знакомые даугавпилчанам с детства, преобразятся до неузнаваемости. Ну, конечно, сегодня замечательный день, можно сказать, праздник. И именно эта выставка Мариса Чачки, которого мы, может быть, даже больше знаем как директора художественного центра имени Марка Ротко, но сегодня он у нас как выступает в роли в амплуа художника. Эта выставка является началом нового этапа работы в музее. И она является подарком не только действительно для музейников, но и для горожан, для гостей города. Гостей приглашают насладиться как выставкой Мариса Чачки, так и другими экспозициями и выставками музея. Сделать это можно в индивидуальном порядке, приходя в одиночку или в составе одного домохозяйства. При этом необходимо использовать маски и соблюдать дистанцию в 2 метра. На каждого посетителя рассчитана площадь 25 квадратных метров. Выставочные залы достаточно просторны, поэтому предварительная запись не обязательна. Дополнительная информация по телефону. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.